Всем привет, вы на канале «Гитара с нуля». И сегодня мы в Москве снимаем рубрику «Раиля», канал «Хижина музыканта». Вторая часть этого видео по ссылочке в описании на его канале. Мы будем снимать в его стиле, то есть подходить к людям и играть абсолютно любую песню сразу, сходу. А если мы не сможем, то даем настоящие денежки бабусе. 100 рублей за каждую невыполненную. Грязные желтые русские рубли. За каждую невыполненную песню. Очень страшный формат, но я уже снимаюсь второй раз. Уже закалился в Казани. Казанский выпуск вылетает в подсказках. Вы поставьте лайк, напишите комментарий и обязательно подпишитесь. Человек идет к миллиону, поможем, подтолкнем и погнали. Погнали! Такую красивую девушку мы не можем пропустить. Надо снимать. Мы записываем видео для канала, вы называете любимого артиста, мы поем. Если не получается, даем 100 рублей. У нас пару попыток. Кого слушаешь? Давайте снимем. О! Сердце. Да. Сердце? Давай. Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Классно? Спасибо тебе. Пока. Хорошее настроение. Вон. О, пошли. Девчонки, можно вас отвлечь? Мы денег не просим, YouTube канал снимаем. Назовите любимого артиста просто. 30 секунд, ничего сложного. Кого слушаете? Или песню? Не знаю, Зиверта, наверное. Зиверт. Зиверт, Моргенштерн. Моргенштерн, Зиверт. Так. И еще кого? Сейчас, ну, в принципе. Третьего надо? Да. Да просто слава. Я выберу из этого что-нибудь. Кто третий? Ну, пусть будет Крид. Крид? Давай Крида. Попсовые. Да, попсовые девчонки? Давай хотя бы Крида, неужели ты знаешь? Вспомним сейчас. Да ладно, да, это невозможно. Причем, если он не знает, он 100 рублей должен отдать. Да, кстати. Я потрачу на тебя свой самый лучший день. Да ладно, я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Потрачу все, чтобы тебя раздеть. Сегодня я хочу напиться за твою любовь. И я потрачу на тебя свой самый лучший день. И я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Потрачу все, чтобы тебя раздеть. Сегодня я хочу напиться за твою любовь. Спасибо. Снимаем видео, ты называешь любимого артиста, мы поем. Денег не требуем, сами даем, если не сможем спеть. Да? Класс. Говори, какую песню сыграть? Давайте Макс Корштайн. Макс Корштайн. Если бы тогда меня спросили, где я буду через 10 лет, те горы, пред которыми висели, и города, где Максу места нет, и если не найду пути обратно, назад вернусь хоть через южный поезд. Я не знал тогда, что будет завтра. Пара-пара-пара, сейчас тем более. Стань же моей рукой, стань моя жизнь такой. Пара-пара-пара-пара-пара-пара. Сходы унесут именно нас с тобой. Останься моей подругой, слизывать соль морской. Там степчик нужен. Один миг с тобой, чего только стоит. Классно, спасибо тебе. Классно, хорошая девочка. Привет, снимаем интересный формат. Говоришь любого исполнителя, я... Я занят. Что делаешь? О, в рейд гоняешь? А я тоже в рейд гоняю, кстати. Хотел вам рассказать про рейд. Прикольная игруха, обожаю в нее играть, когда идет рендер или там от музыки надо отвлечься, прям по кайфу погонять. Советую вам самим попробовать поиграть. По ссылке в описании можете скачать игру, погрузиться в этот мир. Если наберем 1000 скачиваний, то классно поможем каналу. А знаете ли вы, что люди наиграли в общей сложности в рейд больше 12,5 миллиардов часов? Это как слетать на Марс больше миллиона раз, туда и обратно.
Больше всего меня прикалывает битва с клановым боссом, когда можно собраться с товарищами, пойти в рейд и набить крутых артефактов. Или же, например, в режиме кампании вы можете прокачивать своего персонажа, а в режиме подземелья вы можете сражаться с 10 боссами, тем самым добывая необычные артефакты. В этом месяце рейд запланировал насыщенный график ивентов. Соответственно, если вы скачаете игру прямо сейчас, вы начнете с бонусов с определенных и сможете догнать тех, кто уже давно в нее играет. А для тех, кто уже играет, появилась новая ротация роковой башни. Вы знаете, в чем прикол. И как всегда, в игре выходит куча совершенно новых чемпионов, и каждый из них выглядит просто потрясающе. Вы только посмотрите на демоническую грешницу или, к примеру, Леди Кэмми из «Воинов Сумрака». Ребят, каждый ваш переход по моей ссылке поддерживает наш канал. Давайте соберем 1000 скачиваний. По ссылке, установив рейд, получишь в качестве нового игрока древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбы пополнения энергии, а также крутого эпического чемпиона Ченору в качестве бонуса. Удачи и жду тебя в рейде. Ребята, поторопитесь, бонусы доступны только следующие 30 дней. Прикольно, смотрите, у вас по-любому интересный репертуар, да? Чего вы вообще слушаете, любимых артистов можете назвать? А вы можете вахтеры? Вахтеры можем. Конечно. Им предварят на всю улицу. На всю улицу, да, давайте, нам нужна мощная давайте, реакция. Давайте, орите. Все, готово? Начинай. Я помню белые обои, черная посуда, на скрущевке ноя. Кто мы, откуда, откуда забегаешь, что ли? В ее клюшки стыну, дай встречи теням в актере. Почему я лень так стыну? У тебя даже вены напряглись там. Ты старалась. Девчонки, а можно с вами снять видео? Вы просто называете любимого артиста, мы поем. Денег не требуем. У нас 3 попытки. А, если не получается, 100 рублей даем. Кого слушаете? Артиста можно, не песню, там. Ай да, артиста. Дорогу бойца, знаете? Это группа, что ли, такая? Песня. Песня. А кто поет? Кто поет? Старая группа. Ну, раз не назвали артиста, нужно дальше. Мы тоже можем гуглить. Нет, а хорошо. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лапушок, а я не твой Андрейка. И у любви у нашей села, что батарейка. Ой-ой-ой, батарейка. Высокий же голос, почему не в оригинале? В смысле? Очень круто получается. Спасибо. Спасибо. Давайте, канал Хижина Музыканта и гитара с нуля. Да. Чтоб было повеселее настроение просто. Спасибо. Пока. Спасибо. Вон, зачем? Ребята. Как тоже. Не оригинал? Это не оригинал. Нет. Перед выходом смотрел? А, блин. Ничего себе. Вот ты знал, да, что снимать? Да. Вот недавно. Все, тебя теперь с Акстаром будут ассоциировать всю жизнь. Говори песню какую-нибудь. А, артиста лучше. Слушайте кого. Если не выйдет. Давай, Макана, давай. А ну? Давай, Макана, пой. Давай. Я танцую. Голливуд, я Голливуд. Наши души болят, послушай, как они поют. Голливуд, я Голливуд. И все мы тут свои, пока от нас чего-то ждут. Голливуд, я Голливуд. Наши души болят, послушай, как они поют. Голливуд, я Голливуд. И все мы тут свои, пока от нас чего-то ждут. Голливуд, я Голливуд. Наши души болят, послушай, как они поют. Голливуд, я Голливуд. И все мы тут свои, пока от нас чего-то ждут. Спасибо вам. Все, смотрите видео. Акстар. Новый год был прикольный. Да? Что ходил и пел, да? Да. Класс. Спасибо. Кого слушаете? Просто назовите. 30 секунд мы быстренько споем и уходим. А если не получается, 100 рублей. Билли, а, русские, нет, забыли сказать. Мы специалисты по русски. Представляете, песни? Он поет Билли Айлиш. Меладзе. Меладзе, пой давай. Вот ты попсови. Меладзе? Меладзе. Целоваться, да? Так. Да неужели ты знаешь Меладзе? Сейчас попробуем. Ты в своем уме?
Прощай, цыганка, сэра, были твои губы сладкими, как вино. А еще говорит, не слушает Меладзе. Давай тогда питбокс хотя бы. Нет. Прощай, цыганка, сэра, были твои губы сладкими, как вино. Все, что я помню. Нет, давайте, подождите, сейчас я попробую. Все, я доволен. Дай пять, молодец. Спасибо вам, давайте, хорошего дня, пока. Здорово. С вами сфотографироваться. Нет, подожди, называй сначала какую-нибудь любую артиста, говори. Артиста? Да. А сможете, знаете, что кукла-колдуна забабахать такое видео у вас? Ну так вообще, конечно. Темный ночный коридор, я на сыпочках, как вор, пробираюсь чудеша, чтобы не спугнуть тем, кто спит уже давно. Тем, кому не все равно, тю я в комнату войдем, желаю заглянуть, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной меняет цель, уйти моя облик твой. Тихо не волится ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Круто? Да. Вот теперь давай сфоткаемся. Просто говорите артиста, мы сыграем сходу, попробуем. Если не сыграем, 100 рублей дадим. Чего мне приходит, ничего в можно по артистку. Артистку Темникову. Давай Темникову, что ты? Не можешь? Нет, это... О, кто такая Темникова? Лена. Темникова. Ну, нет. Серебро да. Тогда группа. Давай, серебро. Ты по попсе у нас. Может быть, что-то из рокера? Знаете. Девчачьи в бизнесе. Давайте, девчачьи. Да, девчачьи. Я даже не Полина Гагарина. Песен еще. Да. Только это Цой, как бы, получается. Да. Я за это поругаю. Да. Ну, как бы перепела чужую песню, да. Все, ну, ладно. Значит, ну, я даю 100 рублей. Отдаешь за что? Да. То, что Полину Гагарину? Нет, у нас все честно должно быть. Да, вот. Первая ладно, сотня спасибо. Ушла, давайте пока. Ладно, спасибо. Если не получится, 100 рублей даем. У нас 3 попытки, и у нас YouTube-канал на YouTube. Кого слушаете? Только из русских, самое главное. Из какого-то менее популярного? Не, зачем менее популярного? Чтобы деньги зарабатывать хоть. Вы любимый, говорите. Юля Гаврилина Омут. Это тиктокерша. Не знаю? Нет. Он уже старый, посмотри за него. Не за что я. Рамиль Сон, знаешь? Новая Рамиль, песня. Знаешь? Рамиль, знаю. У нас нужно назвать не песню, артиста, а артиста, да. Рамиль, готов? Неужели знаешь его? Одну, да? Самое да, главное. Ладно, поеть? Сияй, сияй, из твоих тел во тьме убежения. Сияй, для меня боль убитый мотив. Я за тобой по пятам, ты от меня на не улетай. Просто сияй, просто сияй. Сияй, сияй, из твоих тел во тьме увижу не я. Сияй, для меня боль убитый мотив. Я за тобой по пятам, ты от меня не улетай. Просто сияй, просто сияй, сияй. Вау, круто, вообще очень. Спасибо вам. Вам приятно играть, вы прям красивый, еще и веселый, и с улыбками. Все, что надо вообще. Да. Снимай, какой-то харизматичный чувак. Здрасте. Мы снимаем рубрику «Говорите любого артиста», мы играем сходу. Давай, Хэнси. Поболело и прошло. Поболело, пошло, Хэнси. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Блин, Антон, козел вдруг называется Цоя не мог назвать, как он иди отсюда, блин. Урод, блин, все испортил. Вы называете песню какую-нибудь или артиста, которого слушаете, мы денег не просим. А Drum and Bass пойдет? А, нет, русские песни что-нибудь. Нет, подождите, давайте группа Браво что-нибудь там. Ага. Браво споешь? Уже не помню так. Блин, подожди. Самый полный штиль, самый сильный ураган. Ходят в синем небе корабли. И понятно морякам, что такое океан любви. Этим смелым парням ни беда, ни беда. Путеводная им помогает звезда. Любите, девочки, раз
чистых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, отважных мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Нифига, ты вспомнил, да? Нифига себе! Все, спасибо. Ребята, говорите любого артиста, мы попробуем сходу сыграть. 30 секунд. Подождите, стоп. Денег не требуем, просто нас никто не будет. Летов. Да. Давай, твой план по плану. Конецарь ключ переломлен пополам, а на батюшка Ленин совсем кусок. Он заплатился на плесени, на липовый мёд. Перестройка, все идет. Вся грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану. Круто. Давай, пока. Мы снимаем видео, вы называете любимого артиста и поем. Денег не требуем. Ничего сложного. YouTube канал у нас просто есть. Любой просто любой артист, который нравится. Русский. Русских только, да. Я желтый волос, кстати, никогда давайте, не видел. Дима Сокол. Дима Сокол. Нет, давай второй вариант. У нас три попытки. Какие три? Хорошо. Санбурген. Санбурген? Руслан Бурген. Бурген, короче. Mm-hmm. Это типа какие-то... Панк-рок. Панк-рок. Они хоть Бурген, чуть-чуть известны? Да. Конечно. Довольно, да. От 100 тысяч подписчиков у них. Надо уточнять, русских популярных, наверное. Да нет. Блин, а кто поет «Гараж говна»? «Ганжи говна»? «Гараж говна». «Гараж говна». «Гараж говна». Ну, артисты называйте, а не песни. Короче, «Операция Пустелен». Нет. Я Царь. Ты вспомнила, как его зовут? Операция «Пластилин» группа, да? Ты слышал такую? Царев. Нет? Вот. Берите. Спасибо за участие. Не, ну такие группы. Слушай, так постарались, вспомнили. Я знаю, что канал. А, знаешь, блин, мог бы и подыграть. Пока, пока. Хорошо. Просто панки. Давай. Симпатичные, прикольные. Подождите, вы харизматичные люди, снимаем 5 секунд ролик. Надо... Вон двое девчонок. Ребят, можешь с вами видео снять? Денег не просим, просто артиста называйте и поем. У нас YouTube канал есть. Кого слушаете просто из групп там музыкальных? Электронные? Не, может вспомните русские песни какие-нибудь? Песни, группы. Ну а если не слушаете, просто кого знаете тогда? Алла Пугачева. Хорошо. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, видишь ты, кто влюблен, и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Ну как, о! Все, спасибо, давай. Хорошо, весело. У нас три попытки. Давайте незабудку. Незабудку. Это твоя тема, да? Да, можно? Давай. Незабудка, мой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Незабудка, мой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Молодец, как понравилось? Начинаем петь все вместе. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Молодцы! Прикольно. Молодец. Привет. Можешь с тобой видео снять? Да. А ты называешь любимого артиста, мы попытаемся спеть. Если не получится, 100 рублей даем. Окей, давайте звери. Звери, давай. Бьется,
бьется сердце, скорость набирает килогерцы. Сердце разрывает скоро, скоро, скоро я не скоро, света форы. По нулям прибой, просто такая сильная любовь. Ты еще не знаешь, просто такая сильная любовь. И еще раз, просто такая сильная любовь. Ты еще не знаешь, любовь. Ребят, если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал. И если мы наберем 30 тысяч лайков, то у Раиля будет смысл приехать в Москву еще раз, потратить деньги на билет, да? Ты приедешь, если приеду, что? Приеду, давайте. И мы снимем еще что-нибудь прикольное. Если понравилось, поставьте лайк и напишите обязательно в комментариях, чья реакция была самой классной, какая песня вам зашла больше. Сегодня у нас был специалист по року, я был специалист по говёной попсе. Но вы меня поддержите, я думаю. Все равно есть хорошие песни среди попсы тоже. Смотрите продолжение на канале Раиля по ссылочке в описании. Пока!